И всем привет, с вами Ростиксон, нищий, всем щекам богачам здорово. Сейчас покажу, как на Бласте заработать. Довольно легко. Смотрите, какие у нас есть вообще варианты заработать на Бласте. Первое — это Base Reward. Второе — заработать голду. Третье — просто закинуть много эфиров. Также реферальная ссылка на Бласт будет в описании. И награды 26 июня уже будет раздача аирдропа Бласта официально. То есть сейчас 19 мая, мы все успеваем. Что мы можем сейчас сделать? Просто закинуть лишние эфиры, которые у нас есть в Бласт, получать поинтсы, забриджить эфир или стейблы. Это если у вас есть свободная ликвидность. Это, знаете, такое консервативно и довольно-таки неинтересно, честно говоря, скажу. Теперь давайте отработаем моментик по Base Reward'у. То есть, смотрите, есть вообще Бласт, это довольно уникальный проект. То есть таких мало на рынке. То есть это может быть прецедентом, как сказать, знаете, вот действительно проект, который раздаст денег и может раздать много. И есть вариант, что он может раздать вообще какую-то минимальную награду, допустим, 10 токенов условно всем, кто забриджил хотя бы 0-0 сколько-то. А там бридж стоит, ну, в районе 2 долларов. То есть вы бриджите 2 доллара и... Так, пока поставьте лайк, я высмакаюсь. Так вот, нужно забриджить 2 доллара, например, и посмотреть. Допустим, сделать таких 10 аков, вы потратите, да, там, ну, 4 доллара условно, и, возможно, залутаете какой-то базированный ревард. Окей, идем дальше. Теперь что еще по поводу... советую всем делать вот эти мультипликаторы. За них тоже могут что-то насыпать, то есть не только вот эти 2x, а еще что-то, например, там, не знаю. То есть, допустим, всем, кто выполнил вот все вот эти мультипликаторы, что-то раздадут, ну, условно. То есть не просто тем, кто запрещал, а всем, кто сделал мультипликаторы, почему нет? Теперь более интересно и то, чем я занимаюсь в последнее время, изучаю, по крайней мере. Это Gold Jackpot. Также у вас, возможно, есть какие-то монеты, которые есть и в сети Blast. То есть, например, вы храните Omnicat в сети BNB, но вы можете перекинуть его в сеть Blast и закинуть в Gold Jackpot. А также все монетки на Blast, которые у вас есть, можете закинуть в Gold Jackpot и, возможно, выиграть голду. Также еще вы сможете вот приглашать своих друзей, потому что в Blast можно попасть только по реферальной ссылке. Ссылочка будет в описании, спасибо. Так вот. Теперь, как заработать голду? Вот это самый большой лайфчейндж по голде. Уже ее так зарабатывают. То есть, смотрите, мы просто берем и изучаем проект. Вот видим Depp Leaderboard. То есть, 2,5 миллиона голды у District One. Еще, то есть, сколько? То есть, там, 800 тысяч голды будут разыграны. Кстати, также ссылочка на District One будет в описании. Смотрите. Условно объясню на примере District One. Это единственное, что я понимаю. Ну вот, то есть, вот есть District One. Чтобы зайти в District One, нужно потратить 15 долларов, чтобы там что-то застейкать. Каждые 2 часа идут ралли. Есть какие-то алмазы, вы за них участвуете и получаете больше алмазов. И в конце эти алмазы будут конвертироваться в какую-то голду, там что-то раздадут, голду, то есть условно это таких для нищетяги это неплохой фарм. Еще там его можно как-то увеличивать, но вы знаете, такое самое стабильное, просто 15 баксов закинули и участвуете во всяких штучках. Теперь идем дальше, да, смотрим. И также мы просто каждый проект рассматриваем, где-то есть какие-то минусы, какие-то плюсы. Как я сказал, в District One это как бы и минус, и плюс одновременно, что там 15 долларов стоит. То есть, поэтому там не так много людей. Это такой, знаете, фарм, где нужно тратить какое-то время. Там нужно 2 раза в день заходить и нажимать кнопку 2 раза. То есть, участвовать в ралли, да? И за это мы получаем голду. Также можно торговать на блюре в Бласте. То есть, вы можете выбрать вот тут вот. И знаете, также посмотреть, вот, допустим, на Blast Futures. Если вы там не торгуете на фьючах, то... вам и нет смысла фармить голду там. В идеале это, знаете, сделать как-то, ну, приятное с полезным. Нет, тут рофл, тут, конечно, казино появилось на Бласте. Между прочим, это мультипликатор. Ну, то есть,
Вы поняли, да? Тут же просто фармите голдишку. Вот тут выбираете, что там, по проектикам. Допустим, еще что. Я вот поиграл. То есть, допустим, я еще, знаете, как прикольно я подделал? Я вот мультипликаторы посмотрел. Я когда каждый выполнял, я вот нажимал, и мне выпадали там, где спот дексы, перп дексы. То есть, вот. Как-то так. Лично, смотрите, теперь по оценкам, сколько можно заработать, да? Миллион поинтов. Это где-то $80 примерно сейчас, да? И 120, короче, токен бласта. Одна голда. Это в оптимистичном, прям супер, в мечтах, это где-то $10. А так все ожидают, что один токен бласт это $5, да? То есть, и опять же, вы можете комбинировать. То есть, смотрите, вы делали один аккаунт, на него закинули там ваши эфиры, да? Второй аккаунт, потом еще 10 аккаунтов вы сделали просто под минимальный свап, под минимальный бридж эфира. Еще, ведь сейчас пока маленькая комиссия. Потом 20 аккаунтов вы сделали для фарма District One. Там еще 10 аккаунтов, просто где вы фармите другую голду. И то есть вот, допустим, у меня 120 голды на этом аккаунте. 30 голды, да, на этом, столько поинтов. И вот видите, сколько тут у меня аккаунтов. То есть на каждый MetaMask вы можете спокойно в бласте. Это еще как активность дополнительная. Так вот, чтобы зайти в Blast, регистрируйтесь по моей реферальной ссылочке в описании. Напишите, может, какая у вас стратегия, сколько у вас голды, чего вы ожидаете. И всем спасибо за просмотр.